Сегодня с вами в эфире снова наша любимая программа «Главная аналитика». Сегодня хотелось бы сообщить, что я пересмотрел всю идеологию наших телепередач. Стартует новый сезон, абсолютно новые советы, новые какие-то подсказки и тому подобное. Тут нечего говорить, все уже сказано для меня. Открывание ножа, бабочки. Ну, короче, берем так вот двумя пальцами. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сачков Игорь. И вот смотрите, какое яблочко мне попалось тут в руки. Наливную, можно так сказать. Такое крупненькое. Это полкило. Полкило вешает. Просто слов нет. Сейчас измерим его. У меня инструменты такие измерительные. Так, вот. Уже поставлю. Вот, если видно, где-то в районе сантиметра. Тут я могу намутить, даже когда нет бабла. Могу предвидеть, что сейчас выйдет из-за угла. Могу проехать спокойно по три кирпича и у людей в форме спросить, который час. Могу заорать. Жан, подожди, Жан, это ты что ли? Это я, Алан. Салам, чуваки, это мой Тима, братан. Ну, брат мой. All registration inspection was to deal with the speech so much because you wanted to get a better looking like a British made in America. Get back. A lot of them don't have a taste. Isn't that everything in Canada? An integrity ball of balls and dividing a little formidable paraphernalia, filling pizza parts. Everything is nobody's journey.